Сегодня мы рады представить вам друга нашей газеты, подполковника юстиции Антона Маншина. Он вам расскажет о том, что с ним происходило, о том, что происходило в тех частях, рядом с которыми он служил. И перед нашей этой встречей, если вы не против, мы прочитаем молитву. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сияй, сокровище мои, и жизни подай. Я подполковник Маншин Антон Леонидович. Милости Божией пришлось мне служить в Республике Ичкерии, Чеченской Республике, декабря 1994 года по мая 1996 года в должности командира штурмовой группы, штурмового взвода. Декабря 1999 года по апрель 2000 года в должности замкомандира мастерского батальона специального назначения штурма при штурме Грозного, Шатоя, район населенного пункта Тумкале, Бамута. И последнее мое место службы – это 27-я комендантско-тактическая группа, должность начальника разведки этой группы, населенный пункт Балансу. Задача, боевой задачей этой комендантско-тактической группы – удержание населенных пунктов, поддержание конституционного порядка в данных населенных пунктах, локализация и ликвидация бандформирований и помощь мирному населению по отражению вылазок атак боевиков данных населенных пунктов Месхиты, Галайты и Гайты. Был трижды ранен, два из них тяжелых ранения. Его имея были награды, но об этом как бы не главное. Очень приятно мне говорить с вами. Как бы волнение сейчас переполняет мое сердце, мою душу. Ну, попытаюсь собраться и поделиться с тем, с чем пришлось мне столкнуться, пережить мне, моим солдатам, моим бойцам, и этим поделиться с вами. В начале января 1995 года при штурме Грозного, при удержании перекрестка, правая дорога уходила на Чеченском государственном университете, слева в район электрозавода, прямо дорога 15-й микрорайон, площадь Минутка. Задача штурмовой группы была удержание данного объекта, то есть перекрестка дорог с поставленной задачей не пропустить прорыв боевиков в данном направлении. Сектора обстрела и огневые позиции штурмового взвода были обозначены, бойцы 30% было сидело у костров, 70% было на позициях. И вот моя БМП, БОР 324, стоял где-то в метрах 15-20 от меня. Я задачу поставил и стоял, просто наблюдал, как задачу выполняют мои бойцы. Тылы запаздывали, и бригада 166, в которой служил я, в должности командира штурмового взвода, работала в усиленном режиме атаки, наступления. И поэтому бойцы, которые штурмовали Грозный практически полторы суток, вот в данной ситуации ничего не делали. Вдруг из люка наводчика-оператора
башни БМП-2, наводчик-оператор пушки 242, Вадим Нечаев вылазит из люка и достает полбуханки белого хлеба, черствого, как камень, еще по броне постучал ему, постучал этим хлебом в знак того, что вот ребятам, с радостью сказал, ребят, вот хавчик сейчас растопим в воде, пожуем, вот что есть. И вдруг подошел мальчик чеченский лет 11-12 и жестом левой руки, протягивая к Вадиму, показал, что он просит этот кусок этого хлеба. Вадим посмотрел на хлеб, на кусок хлеба, посмотрел на мальчика и отдал этот кусок хлеба чеченскому малышу. В ответ мальчик бросил гранату F1, которую держал за спиной у себя. Граната попала в люк наводчика-оператора, где находились около 7 выстрелов от РПГ-7В, взрывная масса около 2,5 метров. И вот эти выстрелы РПГ сдетонировали, граната сдетонировала, башня отлетела метров 15. Все это было на наших глазах. Ребята в шоке встали, не поняли, что произошло. Я сам не понял сначала, что произошло в первые мгновения. И рядом стоял снайпер мой, Саша, и в прицел поймал убегающего пацаненка, мальчика чеченского. Я ждал выстрела, но выстрела не последовало. В душе я только молился, говорил два слова: «Господи, помоги». Выстрела не последовало, Саша опустил винтовку СВД и сказал: «Я поймал в прицел убегающего пацаненка. У меня в Калужской области остался родной братишка такого же возраста. Я подумал, что я стреляю в него. Я не мог, командир». Вот здесь, родные мои, два эпизода двух героев наших соплеменников, соотечественников, вот таких ребят, каких здесь, наверное, присутствуют, каких тысячи, которые выполняют долг мужественно, с героизмом, с отвагой, не щадя своей жизни и в то же время производя нечеловеческую милость к своим врагам. Один отдает последний кусок хлеба врагу, пусть мальчику, и в ответ получает гранату и умирает. Другой ловит в прицел убегающего пацаненка и не может убить только потому, что у него на родине остался такой же родной братик. Вот такая милость, такое милосердие на войне, оно видится практически на каждом шагу. Царство Небесное, Боже Вадим. В конце февраля 1995 года моя штурмовая группа выполняла задачу в ГПЗ, головная походная застава. Это такое подразделение, тактическая характеристика его следующая: оно действует на ударение до 1,5 километров от основных сил батальона, от основных сил подразделения, и выполняет функцию разведки, то есть наблюдает, выявляет противника, выявляет его огневую мощь, потенциал боевой его, и, вступая в бой, сообщает по радиостанции основным силам о противнике, действующем на его направлении, и ждет основных сил подразделения для ликвидации противника. Вот в таком ГПЗ, главной походной заставе, действовала моя штурмовая группа. В пяти километрах от Грозного есть населенный пункт, называется Гикаловская. И вот группа ГПЗ моя вошла в Гикаловская. Чехия засада нас пропустила, так как знала, что это разведка идет. Мы вышли из Гикаловска, где-то в километре от него, попали в засаду. Два огневых средства подвижных чеченских. Это КАМАЗы с монтированными в них пулеметы ДШК. Обстреляли мы 3 БМП. Завязался бой, недолго, где-то минут 15-20 длился. Одно подвижное огневое средство противника было уничтожено, 5 чеченцев были уничтожены. Второй КАМАЗ развернулся и начал удаляться в направлении Шалей. Я послал машину 3-го отделения своего, 3-го БМП-3,
БМП-2, БОР-320, 7-й, вдогонку. КамАЗ был уничтожен, когда БМП вернулась, я стал считать. БМП были в боевом порядке, вот так стояли. Я у последнего БМП считаю бойцов. Штурмовая группа 30 человек, я 31-й. И вот считаю 29 бойцов. И вдруг слышу, кто-то плачет на взрыв. Бойцы говорят: товарищ лейтенант, наверное, механика-водителя нет вашего, Саши Собешкина. Кличка его Солнышко была позывной. Наверное, ранил его. Я бегу, как бы в сердце, бог весть что. За месяц штурма Грозного у меня погибло 12 бойцов. 13-й был совсем не к сердцу моему. Очень тяжело, когда погибают твои солдаты, твои подчиненные, поверьте, тяжело и больно для сердца. И вот я бегу в мыслях, бог весть что, и подбегаю к машине БМП, и он как вылазил из люка механика-водителя, видимо, в этот момент его снайпер скосил в сердце. И он сидит на корточках, на коленях точнее, спиной ко мне и держится за живот. Я подбегаю, беру за плечи, пытаюсь ему придать горизонтальное положение телу его. И вижу перед собой, что Саша держит перед собой крест, большой восьмигранный крест такой вот. Может, вы встречали в своей жизни такие вот кресты, и вот он этот крест носил у себя у сердца. И когда мы на боевые уходили задание, он всегда этим крестом благословлял свою машину. То есть перекрестит так и вперед. И вот он держит крест у себя возле живота, и в кресте, прямо в теле Господнем, торчит пуля. 7,62 СВД, а убойная масса ее, убойная сила этой пули, она рельсу на вылет пробивает. И вот Господь милостью своей воочию спас жизнь этому солдатику Саше Собешкину. Вот Саша сидит, плачет, как ребенок, смотрит на это чудо, которое явно ему даровал Господь, и рыдает, как ребенок. Я взял крест, поцеловал, у меня невольно полились слезы из глаз. Я дал себе слово, что такой же крест я приобрету, когда поеду в отпуск. Когда мы ушли на штурм Шалии в горы, Саша уединялся, стал менее разговорчив с солдатами. Когда ребята там шутили, травили анекдоты, он уединялся в горы, становился на колени и плакал и смотрел на этот крест с пулей в нем. Как мне потом прислал письмо, Саша стал монахом, по-моему, в Троицко-Схельмской лавре, вот, с именем Владимир, постриг принял и сейчас возносит свои дивные молитвы за тех, кого знал, за спасение их душ, за себя и за меня грешного. Спаси, Господи. В середине февраля того же 95 года задача штурмовой группы была зачистка района электрозавода. Штурмовая рота зачищала второй этаж, цеховой корпус, который удерживали боевики. Очень сопротивление было тяжелое, упорное. И когда шел бой, где-то в середине цехового корпуса, диаметров 500-400, вот такой огромный цеховой корпус, там станки стояли, вот шел бой во время зачистки этого корпуса, вдруг я услышал такой истошный крик, который доносился из соседней комнаты цехового здания. Я, ведя огонь на ходу, забегаю в эту комнату, и моему взору предстает следующая картина. За колючую проволоку за ногу висел под потолок привязанный солдатик морской пехотинец пленный, от которого чеченцы живьем содрали кожу, и кровь капала в каску, которая лежала под его головой. И вот каждое дуновение морозного ветра январского грозненского доставляло ему невомерную, неимоверную боль. Он еще был жив и стонал. И вот рядом сидел мой солдат, каска была на земле, автомат рядом, вот он держался за уши и кричал. Истошно просто кричал, от увиденного он сошел с ума.
Я подбежал к солдатику, прижал бойца своего к себе и вместе с ним кричал единственную молитву, которую я знал тогда, молитву Господню, Отче наш. Видимо, только ею я не сошел с ума от увиденного. Через мгновение взял автомат, отстрелил проволоку, на которой висел боец раненый. Боец упал замертво. Царство ему небесное. Солдатик, который сошел с ума, был эвакуирован в госпиталь. Судьба мне его неизвестна, но имя я его тоже не знаю, не помню, он был соседнего взвода. Но как и тогда, я сейчас стараюсь за него молиться. Наверное, милости Божией он сейчас жив и здоров. В начале февраля 95 года мы брали Чеченский государственный университет. И при штурме его мы удерживали лекционный зал, такой же примерно, как этот. На потолке изъяли отверстие от мин, и в отверстии это было видно и сине-голубое небо Грозненское. И вот мы, 5 бойцов, попали в окружение, и все с ними. Группа штурмовая отошла на заданные позиции, и мы оказались оторваны от основных сил. И вот мы, будучи в окружении, 4 бойцов погибли, и 5-й у меня умирал на руках. Ему осколками от мин оторвало 2 ноги, и лямками от автомата своего и от его я перетянул ему обрубки ног, чтобы он не истек кровью. И в груди у него торчал из груди величиной с кулак остолок, осколок от мины. Если бы его вынуть, он бы истек кровью и умер бы сразу. Но я думал, надеялся и молился, молиться не умею. Молился, чтобы он остался жив. Саша умирал у меня на руках и просил только об одном, чтобы я не оставлял его. Ему очень не хочется умирать. У него оставалась дома больная мама и маленькая 4-годовалая дочка. Он был единственный кормилец в семье. Через какое-то мгновение Саша сказал: «Помолитесь за меня, товарищ лейтенант». И умер. Я никогда не забуду его глаза и сине-голубые глаза, которые смотрели в эти отверстия, воронки на потолке, в такое же и сине-голубое грозненское небо. Поверьте, я бы унес бы их всех 5, но физически у меня не было сил просто это сделать. Я нес только одного его. Саша на своих руках, чеченцы выпустили меня. Я нес его 2 квартала на своих руках. Нес и плакал. Чеченцы сопровождали меня. Снайпер сопровождал выстрелами, которые раздавались у меня у ног, фонтанчики выстрелов, пуль. И сопровождали меня, и только одному Богу известно, почему меня чеченец не убил. Видимо, среди них тоже есть люди, которые видят, что я выносил своего раненого товарища боевого. И поэтому он просто, наверное, сжарился надо мной. Царство ему небесное. Где-то в конце февраля задача моей штурмовой группы была расчищать железнодорожное полотно, технику 158-й Майкопской бригады, которая была 50% ее поражено на железнодорожном вокзале Грозном. И вот когда мы подъезжали вниз, вот можете представить, железнодорожный вокзал находился в низине. И вот когда мы подъезжали вниз, то нашему взору предстала картина: обугленная техника,
пожженные БМП, боевые машины пехоты, БТРы, танки, автомобили, в которые группа, когда вошла, бригада вместе с командиром бригады на железнодорожный вокзал, их там блокировали, окружили практически всех. И три высотных здания окружало этот железнодорожный вокзал, и из них практически в упор, вот, эта бригада была расстреляна практически в упор. И вот, чтобы раскрыть люки БМП-2, приходилось прикладывать гранату F1, она детонировала, только таким образом люки БМП открывались. И там, представляете, вот, открываются люки БМП, и там 8 трупов обугленных бойцов, которые заживо были сожжены, они, видимо, спали, отдыхали, когда бой начался, они даже не успели вылезти оттуда. Их заживо там сожгли. Ребята, когда разгребали технику, мои бойцы работали в респираторах, наплакались они так, что в жизни они никогда не рыдали. И вот когда мы спускались вниз, вот, на бэх своих, то на подступах к железнодорожному вокзалу мы увидели три линии электропередач в виде крестов. И на них, на трех линиях электропередач, были распяты бойцы, оставшиеся бойцы вот этой вот 158-й бригады Майско-Майкопской. Ребята подъехали на БМП, и вот к первому кресту начали его накренять. БМП подъехала на первой передаче, чуть вот накренять линию ЛЭП, чтобы ЛЭП накренилась, и чтобы снять тело с крестов. С этих вот первый ЛЭП накренили, сняли, боец оказался мертвый. Третью тоже накренили, тоже боец на висел, на нем тоже мертвый. А на центральном кресте, вот на этом линии электропередач, боец оставался еще жив. И когда мы его накренили, ребята подошли к нему и хотели перекусить колючую проволоку, к которой он был привязан к перекладине руками. Руки были его черные. Сколько он там провисел, одному Богу известно. Из правого ребра его сочилась кровь. Он был, видимо, ранен. Пулевое ранение было в живот, правое легкое. И вот он висит и стонет на кресте. Ребята пытались перекусить штык-ножом колючую проволоку, за которую он был привязан. А боец пришел в себя и сказал то, что меня привело в шок. Он сказал: «Ребята, не надо, мне здесь так хорошо». Через время я только понял, что я увидел то, о чем желала каждая православная душа, принимая мученическую смерть, а первые христиане, и более того, когда принимали мученическую кончину, когда были распинаемы за имя Господа нашего, сладчайшего Иисуса Христа, они принимали крестную муку как рай, ибо на кресте они воспринимали вхождение в селение вечное через крест. И вот не могу сказать, то ли бредил этот солдат, то ли он на самом деле испытывал вот эту сладчайшую муку, он ее испытывал в такой радости, что ему крестная мука оказалась сладчее, чем жизнь. И поэтому он сказал: «Не надо мне здесь так хорошо». Бойца эвакуировали в Первомайский район Грозного, где находился госпиталь. И когда бойцы приехали оттуда, мои сопровождавшие его тело, они сказали, что на подступах к госпиталю солдатик этот 158-й Майковской бригады скончался. Царство ему небесное. декабря 1999 года, это Вторая Чеченская война, батальон, которым я служил замкомандиром этого батальона, выполнял задачу по блокированию южного района Грозного, Черноречия. И вот я вывел разведгруппу, 28 бойцов, вывел в район Черноречия. Через полтора часа, где-то в 9 часов утра, мы были уже на месте. Связался по радиостанции с основными силами батальона, что в район мы вышли. Вот. И получилось так, что незамеченными мы не остались, и мы себя выявили. То есть
Боевики нас засекли. Через полчаса уже шел бой. Вот я занял огневую позицию у V-образного дерева. И вот когда спарку магазина одну отстрелял, перезарядил другую, и как мне учил старец Николай, как вот учил мне, заповедовал мне это старец, батюшка Николай, старец с острова Залев, ты, говорит, Антоний, когда будешь на войне, всегда крестись перед тем, как применить оружие, и молись святителю Отче Николая, моли Бога о нас. И вот я произнес эту молитву, и только осенил свою голову верхней рамой креста, произнеся во имя Отца, тут был произведен выстрел. Слева от меня оказалась лёжка снайперская, чеченец. Я еще блик прицел заметил, но в запале боя не обратил, не придал значения ему. И вот он, снайпер, целился мне в голову. И вот пуля невидимым образом, только я глубоко в этом уверен, благодаря тому, что я произнес эту коротенькую молитву и осенил себя крестным знаменем, пуля шла в висок и немыслимым образом поменяла траекторию полета и попала мне в плечо, сквозное пулевое ранение. Я упал под дерево, скатился. Ребята испугались во время боя, потому что потерять командира очень тяжело во время боя. Ребята начинают паниковать. И вот они закричали: командира убило. Я поднял руку, они кинули дым, дымовую шашку. Я под дымом скатился, перекатился за дом, меня перевязали, нам пришлось позицию сдать. Пришли на две высотки, частный сектор мы оставили, Черноречье, Ближнего района Грозного. И вот практически 6 часов, где-то с 9-10 до 4 дня, почти до 5, мы вели бой в окружении. Чеченцы, около 80 боевиков, блокировали нас, 28 бойцов вместе со мной, на этих двух высотах, и вели бой в окружении. БК, боекомплект был у нас всего на 2-2,5 часа боя. Вот ребята отстреливались одиночными выстрелами для того, чтобы сэкономить боеприпасы. Что самое интересное, ребята не теряли духа. И во время боя, готовились уже умирать, они просто шутили. Как потом оказалось, пуля оказалась отравлена. То есть чехи такие сюрпризы готовили для некоторых из наших бойцов, командиров. Они проваривали пулю в мышьяке, в отваре мышьяка. И вот пока яд впитался в пулю, они потом ввинчивали его обратно. И вот такие сюрпризы готовили для наших бойцов. И вот таким сюрпризом оказался я. Я не понимал, в чем дело. Рука начала неметь. Вот я ее жгутом привязал к себе. И вот можете себе представить, ребята вели бой лежа. То есть даже нельзя было подняться. Такое сито огня, такая плотность огня была высокая, где-то около 20-30 пуль на один погонный метр. И вот такая плотность была огня большая. И вот вели в бой ребята в окружении я, чтобы от одной огневой позиции приблизиться к другой, я это производил ползком. Начинало вечереть уже, и в свой адрес мы уже что-то не услышали, что только не услышали от чеченцев. Они почти вплотную начали подходить к нам. Бойцы не теряли духа, отстреливались. Чеченцы нам кричали: русские свиньи, сдавайте, сейчас будем голову вам резать. И я очень боялся, поверьте, очень в таких ситуациях переживаешь не за себя, а переживаешь за своих подчиненных, за своих солдат, за тех бойцов, которые плечом к плечу сохраняют жизнь тебе, а ты стараешься сохранить жизнь им. Чего у меня, конечно, за 3 войны, за 3 чеченские кампании мне это не удалось. Я, окаянный грешник, стою перед вами, а мои 41 бойцов, из них 5 офицеров, навсегда остались там. Царствие небесное.
И вот я лежу на земле, из глаз текут слезы, плачу, прошу Бога только одного, чтобы Господь сохранил жизнь и помог нам выйти из окружения моим бойцам. Я просил только одного, пусть со мной будет все, что угодно, лишь бы эти 28 пацанов остались живы. И моя голова падает чуть направо. Я вижу линию электропередач ЛЭП на холме в виде креста. И меня как будто осенило. Я понял, вот в чем победа-то. Вот оно, оружие победы, это крест. Я подползаю к каждому из 28 бойцов. Говорю, так, парни, через 15 минут собираемся, креститесь. Осеняйте себя крестным знаменем, молитесь любыми молитвами, хоть вплоть просто говорите «Христос воскресе!». И вот мы собираемся на одной оставшейся БМП, два, вторая была подбита на подступах к нам. И вот единственная машина, которую БК свой отстреляла уже, боекомплект был отстрелян, и вот работал только ПКМ, ПКТ, пулемет, танковый спаренный. И то одиночными выстрелами, потому что боекомплект был практически весь израсходован. И вот мы собираемся, сгрудиваемся в кучу. Сгрудились вот эти 28 бойцов. Я вот удивляюсь, как они поместились на эту оставшуюся одну единственную БМП живую. И вот в направлении моста через Арык, в направлении Зеленки, единственное место прорыва, куда нам можно было прорваться, чтобы затеряться в лесу. Вот. И там, может быть, встретить наш батальон, основные силы. И вот мы выезжаем на мост, попадаем в перекрестный огонь противника. Ребята крестятся, осеняют крестным знамением себя и кричат, прям криком кричат: «Христос воскресе! Господи, помоги!». И тут неожиданно огонь противника прекращается. И вот немыслимым образом, я сам до сих пор не понимаю, как это произошло, я даю команду «Стоп, машина! Земля!». Ребята спешиваются. Идем вдоль Арыка, обнаруживаем три трупа боевиков, лужи крови, перемешку с землей и листвой, и ни одного боевика на месте. То есть они снялись и ушли. Вот почему это произошло, я сам не знаю. Наверное, только не наверное, а точно. Милость Божия, Господь дал нам увидеть это чудо воочию. Ребята на моих глазах становились на колени, плакали и говорили: «Господи, благодарю Тебя, Царица Небесная, спаси, Господи». Любые молитвы, плакали и рыдали, потому что они остались живы из такого ада. Спаси, Господи. И тут через несколько минут показался, опознали самые силы, батальон вышел на нас. Мы начали занимать огневые позиции, расстраивать батальон. Я потерял сознание, потому что, как потом оказалось, у меня началась первая стадия гангрены левой руки. Я потерял сознание, меня эвакуировали под Сежим Юрт. Это такой в 15 километрах от Грозного населенный пункт, где находился медсамбат, медицинский батальон. И вот я лежу на операционном столе, рядом со мной врач, майор медицинской службы Николай Валентинович. И вот он как бы смотрит на мою руку, говорит: «Ну что, говорит, капитан, отвоевался, руку мы тебе будем ампутировать». Я плачу, говорю: «Да вы что, все что угодно, только не руку». Но представляете мое положение, когда тебе врач говорит, что рука, которая была каких-то 7-8 часов жива, вот сейчас, через какое-то мгновение, ее уже не будет. И он мне начинает объяснять. Я говорит, пуля отравлена была, попала в костную ткань. И только через 15 минут после попадания такой пули еще можно зачистить рану и как-то спасти руку. А ты, говорит, почти 6 часов был в окружении. У тебя, говорит, яд впитался уже в костный мозг. И у тебя начало первой стадии гангрены. Я уже не стал чувствовать руки. И он говорит, я тебе даю 5 дней, Антон. Соберись, пока я тебя буду подготавливать к операции, к ампутации руки. И вот я в палатке лежу ночью, и ночью мне приснился мой духовник, отец Валериан Кречетов, который говорит мне:
Антоний, не переживай, все будет хорошо, ты возьми крещенскую воду, вот эту великую святыню, Агиасму, это воистину великая святыня, я вам свидетельствую этот факт, ибо то чудо, которое произошло, вот я делюсь с вами этим чудом. Я вам хочу сказать, что выше этой святыни только Святой Евхаристия, Тайна Святого Причащения. Ты, говорит, бери эту воду и вливай себе в рану. У меня был мешочек просфор, который мне батюшка благословил в Чечню. Размакиваю его в воде, в этой крещенской, и накладываю на входное и выходное отверстие. И вот я просыпаюсь, звоню по радиостанции, связываюсь с батальоном. Там ребята, офицеры мне привозят вот эту бутылку крещенской воды, которая была у меня, которую я с России привез туда. И мешочек просфора. Я каждую ночь разбинтовывал руку и так вот, как батюшка говорил, вливал в входное и выходное отверстие крещенскую воду. Солдаты мне помогали. И накладывал просфору вот, на рану. Забинтовывал и на утро разбинтовывал и съедал просфору. Потому что святой хлеб выбрасывать нельзя. И вот на третий день, можете представить, у меня рука начала сгинаться. То есть рука, кисти и пальцы начали сгинаться. На пятый день я прихожу на операцию уже. Вот можете представить, инструменты рядом лежат, операционный стол. Военные врачи, они такие, конечно, очень интересные люди, с таким интересным юмором. И вот он разбинтовывает мне руку и приговаривает. Ну, говорит, Антон, не переживай, есть люди, которые живут без двух рук, без двух ног, а у тебя всего одной не будет, ничего страшного, проживешь. И вот я весь дрожу, сердце только пытаюсь молиться, ну, собраться мыслями очень тяжело, в предвкушении того, что тебе сейчас предстоит. И вот он разбинтовывает руку, я первый раз вижу, как у человека волосы становятся дыбом на голове. Он смотрит на мою рану, щупает ее, говорит, такого, говорит, быть не может. У тебя, говорит, мертвые ткани вот этого организма, и кости обновились. Вот чудным образом обновились, и рука живая. То есть рана вот живая и здоровая. И вот он сигарету за сигаретой выкуривает, волосы дыбом, он до сих пор не может понять, что ты, говорит, сделал с рукой своей. И мне только махает, говорит, иди. Через два дня я пришел в расположение батальона. И вот сейчас эта рука у меня, дорогие родные мои, братья и сестры. И батюшка, сейчас эта рука у меня здоровее, чем правая. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Нет, все, слава Богу. Вы сидите, я должен перед вами стоять, спасибо. В конце февраля месяца 2000 года у нас должна была состояться последний штурм Грозного, южного района Чернореченок, в котором закрепилось около 1000 боевиков. Бой предстоял тяжелый. И вот я проверил огневую позицию, проверил штурмовую сотню, 150 человек своих, которые командовать должен в центральном направлении штурма Грозного. Пришел в палатку к себе с западными и восточными направлениями, то есть правой и левой, с штурмовыми колоннами командовали другие замкомандиры батальонов, там Александр и Михаил, друзья мои. И когда я зашел в палатку, коротенько помолился царю Николаю, у нас была иконочка такая, очень дивная. И вот помолился царю Николаю и лег заснуть где-то на пару часов, потому что в 4 утра уже должен был назначен штурм, время ЧЕ было определено, время штурма. И вот я где-то в час, в полвторого зашел, лег заснуть, и мне снится сон. Вот такой дивный сон, который я редко в своей жизни когда видел. Мне приснится мой духовник, отец Валерьян Кречетов, и мой первый духовник, отец Федор Соколов. Может, вы знаете о таком батюшке, который погиб на Ярославском шоссе, вот вырвался в машину и
Царство Небес, сейчас в селениях вечных. Остались у него 9 деток с матушкой Галиной. И вот мой первый духовник, отец Федор Соколов, стоит. Ему говорит что-то отец Валерьян, который сидит на стуле. А отец Федор мне что-то говорит. Наперстным крестом меня благословляет. Я вот не помню, что он мне говорит. Благословляет наперстным крестом, и я просыпаюсь. То есть мне боец, я сказал, разбудишь меня через такое-то время. Боец меня разбудил, все послушно, как положено. Я просыпаюсь, выхожу из палатки. И когда следовал к штурмовой сотне своей, шел, начался минометный обстрел противника. То есть чеченцы начали минами обстреливать 80-миллиметровыми минами, взрывная масса около 80 осколков и действует в радиусе 10 метров. Мины взрываются в 6-7 метрах от меня. Я иду, вдруг слышу отчетливый голос, ясный отчетливый голос: «Ложись!» Вот в сердце. Я ложусь, и в метре от моей головы просвистела мина вот эта 80-миллиметровая, разорвалась в 2 метрах от меня, и на мне не царапины. Я упал лицом в грязь, в газету, которая лежала передо мной. Ночью я не разглядел, что там, упал в газету. Поднимаю газету, захожу в палатку. И, дорогие мои, вижу, что моему взору предстала вот эта вот иконочка царя и царской семьи. Вот только его голос я мог услышать у себя в сердце. Вот он своим голосом, царь с мира горнего, с того мира, спас мне жизнь, предстоя перед престолом Всевышнего. Я вот заламинировал ее, и вот 2 войны ношу с собой, образочек. Чудо, которое произошло в последующее время, я как бы сейчас пытаюсь описать его, к чему вот этот был сон отца Федора Соколова, именно с 21 на 22 февраля, точнее с 22 на 23. Вот кто знает, я вам напомню, это день Федора Стратилата, великомученика, моли Бога о нас. И вот я прихожу в позиции, прихожу к штурмовой сотне, проверяю экипировку, начинается штурм. Штурм длился практически 4,5 часа, бой был тяжелый, и в конце этого боя, когда уже черноречие было зачищено, ко мне подходит боец Коля Нечаев, младший сержант. И вот подходит как бы в таком дезориентированном состоянии, несет в руках пояс «Живые в помощь». Поясок, знаете, может, такие, на нем Псалом 90 «Живые в помощь» и «Да воскреснет Бог» молитва, и в центре крест восьмигранный. И вот во вторую Чечню, особенно в этот штурм последний, я чуть ли не под приказ давал бойцам одевать эти пояски вот себе на лоб, крестом вот так по фронту. И они, как вот ангелы, у них эти ленточки свисали, как ангелы, ребята, носились среди шквала огня, и даже пули отлетали от них. И вот Коля подходит ко мне и рассказывает историю, которую, ситуация, которая с ним случилась. Где-то в 12 часов дня они штурмовали пятиэтажку, и когда в штурмовой тройке Коля увлекся в атаке, от ведомого и направляющего был ведущим в штурмовой тройке, тактическое звено, которое было изобретено в Первую Чеченскую войну для боя в городских условиях в горной местности. И вот Коля сбегает на третий этаж, перед ним дверь, он выбивает ее ногой, эвки для зачистки закончились, граната, и он прострел только делает в комнату, в квартиру, в которую он зашел. В ответ тишина. И вот он... Перед ним дверь в комнату, и он выбивает ее ногой, автомат навскидку, дверь открыта, и перед ним человек стоит из окна, из огневой позиции, чеченский боевик, в упор, где-то 3 метра в этой дуэли он проигрывает, Коля. То есть на линию прострела ему нужно еще отвести автомат, а чеченец уже в упор целится в него. И тут в лицо его раздается 3 выстрела, очередь, 3 пули попадают Коле в голову. Вот в этот эту дивную святую повязку «Живые в помощь». И можете
Не поверить, можете поверить, пули рикошетят от лба вправо в стену. И вот он идет, у него на голове только 3 шишки, можете представить, и 3 только дырочки на пояске живые в помощь. И вот он не понимает, что произошло, он падает, подспевают ведомые направляющие, чеченцы подстреливают в ноги, оглушают прикладом, подходит Коля, говорит, ты что разлегся, вставай давай. Коля говорит, ребят, что у меня на голове? Он говорит, да крыша у тебя поехала, что на голове? Давай вставай, нам еще 2 этажа зачищать. И вот чуть ли не пинками его там распинали. И вот он задачу выполнил, идет мне и вот рассказывает эту историю. Я как неверующий Фома этому, конечно, не поверил, как так пули от рикошета до этого лба. И вот я беру его на следующий день, и просто принципиальное любопытство вот такое вот, прости Господи. Я веду его в этот дом, в эту 5-этажку. Заходим на 3-й этаж. Я говорю, Коль, ты здесь стоял? Да, здесь. Я говорю, вот человек там, да, вот у окна чеченец был. И по закону баллистики, вот когда пули рикошетят, они рикошетят под углом 45 градусов. И вправо. Если в правой стороне есть какое-то препятствие, то эти пули остаются в препятствии. То есть в данном случае справа была у него стена. Я ничего не говоря, мысленно, только взором, визуально от лба провожу взор вправо и с ужасом вижу, что вровень, на уровень лба, в расстоянии 7-8 сантиметров друг от друга, в стене торчат 3 пули. Спаси Господи. С 2009 года по апрель 2000 года был в Чезам командира мастерского батальона специального назначения штурма при штурме Грозного, Шатоя, район населенного пункта Тумкале, Бамута. И последнее мое место службы – это 27-я комендантско-тактическая группа, должность начальника разведки этой группы, населенный пункт Балансу, задача, боевой задачи этой комендантско-тактической группы – удержание населенных пунктов, наведение поддержание конституционного порядка в данных населенных пунктах, локализация и ликвидация бандформирований и помощь мирному населению по отражению вылазок атак боевиков в данных населенных пунктах Мисхиты, Галайты и Гайты. Был 3 раненых, 2 из них тяжелых ранения. Его имеют были награды, но об этом как бы главное. Очень приятно мне говорить с вами. Как бы волнение сейчас переполняет мое сердце, мою душу. Ну, попытаюсь собраться и поделиться с тем, с чем пришлось мне столкнуться, пережить мне, моим солдатам, моим бойцам. И этим поделиться с вами. В начале января 1995 года при штурме Грозного, при удержании перекрестка, правая дорога уходила на Чеченском государственном университете, слева в район электрозавода, прямо дорога 15-й микрорайон, площадь Минутка. Задача штурмовой группы была удержание данного объекта, то есть перекрестка дорог. С поставленной задачей не пропустить прорыв боевиков в данном направлении. Сектора обстрела и огневые позиции штурмового взвода были обозначены. Бойцы 30% было сидело у костров, 70% было на позициях. И вот моя БМП, БОР 324, стоял где-то в метрах 15-20 от меня. Я задачу поставил и стоял, просто наблюдал, как задачи выполняют мои бойцы. Тылы запаздывали, и бригада 166, в которой служил я в должности командира штурмового взвода,
Сегодня мы рады представить вам друга нашей газеты, подполковника юстиции Антона Маншина. Он вам расскажет о том, что с ним происходило, о том, что происходило в тех частях, рядом с которыми он служил. И перед нашей этой встречей, если вы не против, мы прочитаем молитву. Царю небесный, утешитель души истины, иже везде святой, сокровище твои, и жизнь не погазею, веселися мы, и очисти меня от всякие скверны. Спаси, Боже, души наши. Я, полковник Маншин Антон Леонидович, милости Божией пришлось мне служить в Республике Ичкерии, Чеченской Республике, декабря 1994 года по май 1996 года в должности командира штурмовой группы, штурмового взвода. Декабря 1999 года.